Приветствую, друзья, с вами Артур. У нас такая предпродажная проверочка в спортивный автоаппарат Орлей. До 3 метров можно погружать под воду. Запись видео в HD, 720 разрешение. Фотоаппарат 16 мегапикселей и преимущество двух экранов цветных LCD. То есть можно самому себя фотографировать, смотря в этот дисплей передний, либо снимать на видео. Сверху у нас кнопка включения, смена дисплеев, фото-видео, старт, приближение, зум цифровой у нас, вспышка и управление. С этой стороны переключение режима съемки, то есть дальний объект, это у нас горы, либо макросъемка, тюльпанчик. Моделька у нас Sportline 62 Dual LCD, работает от двух мизинчиковых батареек, маленькие. И тут же разъем microSD. Давайте я вам покажу так ближе к этому, к свету. microSD и microUSB разъем для того, чтобы... Сейчас, секунду, я батарейки поставлю назад. С карты памяти копировать на компьютер. То есть, если у кого-то картридера нету. Чтобы включить, надо кнопку Power удержать несколько секунд и точно так же выключить. Переполнена память, внутренняя память только на один снимок. Нажимаем play. Вот так я уже снимок сделал. Это место, где мы, грубо говоря, снимаем. Так, давайте удалим его. Верхняя кнопка — это ok. Так, удалить, нет фотографий. Вместе с вами давайте сделаем снимок. Так, как вернуться? Play, наверное, еще раз нажать, да? Вот, к примеру, то, что у нас на столе. Даже вспышку сам включил. Фоткает, к удивлению, на дисплее очень качественно. Если мы повернем, сейчас этот экран у нас выключенный. Нажимаем эту кнопку. Так, переполнена память. Экраны переключаем. И точно так же мы видим. Мы сейчас видим, да? То, что я снимаю. В общем, задум очень прикольный. Это как на GoPro, да, есть передний небольшой экранчик и сзади. Вот такая вот спортивная камера. И снова удержим несколько секунд и выключаем. И вот такой вот футляр. Он с ним привезли. Так, вместе уже Мантона фирма. Он твердый. И сзади имеет карабин и крепление на ремень. Идеально для него по размеру подобрали. В общем, такой вот, друзья, фотоаппарат. Кому интересна спортивная или подводная съемка, либо фотография, обязательно покупаем. Лайк за видосик. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.